Всем добрый день. Сегодня мы на площадке, где строят срубы. Это рядом с Петропавловкой. Сейчас ребята строят домик. Посмотрим, как это все делается. Сегодня тепло. Прям с крыш даже вот капает. Многие там спрашивают про эти срубы, всякие детали. Я в этом ничего не понимаю, надо будет как-нибудь с мастером каким-нибудь пообщаться. Ну, вот так вот здесь такая площадочка. Мы обойдем этот домик, посмотрим, что с той стороны находится. Это вот бытовочка. Ребята отдыхают здесь. Курение запрещено. Такие домики из кедра. Кто-то будет в этом домике жить. Вот, а там я вижу вдалеке, это, наверное, бревна заготовленные. Ну, вот достаточно большой дом. Еще, наверное, будет не один этаж. Собачка бегает, охранится. Ну, вот такая вот площадочка. Все очень аккуратненько. Все чистенько. И все качественно. Сейчас поедем в Петропавловку. Там есть мастерская интересная, если удастся, то поснимаю. Вот тут уже, наверное, заготовка. Это все фуры, потом грузится, все аккуратно, каждое бревнышко, видел сам, заворачивает там в защитную пленку и везут по нашей необъятной родине. Москва, да и другие города большие. Ребята работают, не будем их отвлекать. Ну все, друзья, до встречи.